первую очередь хочется поздравить наших мам. Действительно, большой праздник. На плечи наших женщин, хрупких женщин, всегда выпадает самое тяжелое. Это расти детей, это воспитывать детей. А у вас, педагогов, еще воспитывать чужих детей. Самое главное, чтобы в ваших семьях, когда вы приходите домой, всегда было тепло, уют, чтобы вас встречали радостные лица. Чтобы все невзгоды прошли мимо вас. И все плохое оставить в прошлом, а самое лучшее время будет впереди. С наступающим праздником! Милые женщины, мы вас любим, любим, любим. Только доброго счастья, чтобы у вас впереди была всегда удача, ну, естественно, конечно, и женского счастья. Спасибо вам.